Несколько километров отделяет столицу немецкой романтической литературы от фактической столицы Тюрингии – Эрфурта. Его старинная часть скрывается за бетонными зданиями. Эрфурт, лежащий на пересечении бывших торговых путей, один из старейших городов Германии. Его история началась 1300 лет назад. Мост Кремербрюкке, соединяющий берега Геры, это, помимо собора, самое известное сооружение в городе. Каменная переправа с жилыми домами возникла здесь в 1325 году, заменив собой деревянный мост 12 века. Это единственное строение подобного типа к северу от Альп, уменьшенная копия знаменитого Понте Векьо во Флоренции. Сегодня в домиках на мосту разместились сувенирные и антикварные лавки, а также винные магазинчики –